И всем привет, с вами я, Советский Левиафан, и сегодня будем играть в Brawl Stars. Да, не было давно у нас Brawl Stars, да и не планировалось. И вот, все уже знают, то вышел такой, да, можно сказать, старый скин на рикошета. Рико. Еще бы добавить броша. Вообще был бы ништяк. Просто все играют за этот рикошет. Из-за этого скина просто все играют. Ничего не лагало, я что? Блять, обосрали меня. Да ладно. Вот наш подъем. Еще один подъем. Я думаю, тут все вмешивается в Wargaming. Еще ой. Еще это шуточка маленькая. Господи, тебя помилуй, Иисусу! Еще не сдохнуть бы! Ну почему бы не сдохнуть? Пять кубки на Рика. На рикошете, блин. Вот это говно! Нормас! Это вот рикошет. Восемь бита бы. До него еще и далеко. Очень далеко. Капец, как далеко! Вот. Да не дай бог, это же сказка будет. Я как Иосифа Сталина застрелю.
Лана третье место. Это лучше, чем десятое. Ладно, давайте. Не бомбим. Я сегодня хоть что-то засниму нормально с победками или нет? Я другую игру не надо видеть. Пусть очень плохой не свет. Не, ну нахер. А, ну это ком... Да. Аудио. Блять, крушитель. Все, ноль жетонов. Вот, одиночный, ребят. Thank you.
насрали. Это хорошая мина. Вначале я бомбила, а сейчас теперь я радуюсь. Давай, посмотри. Thank you.